Ну, пункт нам сдавали уже. Да, там прям реально они здоровы стали. Всем привет, ребята. Вот мы кормим уже опять рыбешек этих. Смотрите, что тут творится. Они уже как ладонь размером такие. Просто вся вода. Представляете, чудо прям какое-то. Ну, смотри, это объем такой маленький, прям как, ну, лужа, можно сказать. Водоем маленький очень, вообще-то несколько метров в ширину. И столько рыбехи в нем. Прям как ферма какая-то рыба. Хотя это простой пожарный водоемчик. Здесь, ну, никто ничего не выращивает. Просто вся вода в рыбе. Да, они такие отъелись. Вначале такие вообще были крошечные. Вот. Да, батон все. 800 граммовых хлебушек мы даем, кисло-сладкий. Так что все наедятся, покушают. Да, там ворона еще тоже хочет укусить хлебушку. Да, вот так вот кушают, растут. Удивительно, как же они тут появились все, такое количество. Ворона тоже хочет хлебушка поесть. Вон там на елочку запрыгнула. Ну-ка. Прячется за веткой. Ага. Вон мы ей туда тоже хлебушка подкинем, чтобы и ворона тоже покушала. Вот. Так что, смотрите, ребята, какие цвета уже осенние, все такое. Уже прохладненько становится. Меньше 20 градусов, уже даже 10 бывает так. Интересно, как эти рыбешки будут, когда зима настанет. Ну, как-то они тут же были, значит, зимы тоже перезимовывали. Ну вот, будем наблюдать за ними. А, да, вот, ребята, ворона там уже. Ага, боится. Все, уже похоже они объелись, рыбешки уже не едят. Все, остальной хлебушек целый грамм 200 будет вороне с птичками. Там еще воробьи какие-то в кустах, да, и еще одна ворона. Все, видите, ребята, есть все-таки у рыбок такое, что они могут насытиться. А я сначала боялся, что они могут, ну, есть без перерыва, что умрут. Как говорят, в аквариумных рыбках нельзя много их кормить. Вот, видите, уже все. Большие отъелись, уплыли, маленькие сейчас чуть-чуть доедают. И все, уже они так не едят дальше. Ну вот, видите, сколько там птичек летает. Все вот покушают хлебушка. Ну вот, так что тоже делайте добрые дела, помогайте животным, особенно в зимний период, когда уже нету никаких ни семян, ни ягодок, ничего. Ну вот, все, всем пока. Ребята, мы отошли тут сдалека, ворона все-таки решилась туда. Еще одна, смотрите, и третья там еще летает. Вот, одна уже кусочек схватила, улетела. Остальные просто осторожничают. Зрение у них, конечно, очень хорошее. Прям видят нас издалека. Вот, еще пошла кусочек. Угу. Да, это точно на месте решила покушать. Ну вот, видите? И птички еще покушали.